Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте джип Grand Cherokee. Ремонт переда. Итак, двигатель был снят в другом сервисе. И теперь можно увидеть все повреждения. Капот буду ремонтировать, остальные части переда на замену. Установил машину на стапель. Ремонт начну с левого лонжерона. Первым делом вытягиваю лонжерон, насколько это возможно. На этом этапе вытяжка закончилась, больше лонжерон не тянется. Удаляю его. Левый лонжерон удален. Теперь делаю измерение и выравниваю крепление подрамника по размерам. Расстояние до центра машины от каждого крепления должно быть одинаковым. Расстояние креплений подрамника на кузове должно быть одинаковым с креплением на самом подрамнике. И после всего этого я выравниваю правый лонжерон. Теперь выравниваю стакан амортизатора левой стороны.
С донорской части беру только необходимые мне элементы. Я устанавливаю взятый лонжерон и проверяю его. Высота обоих лонжеронов одинаковая, привариваю левый лонжерон. Лонжерон приварен, и теперь я его покрашу. Лонжероны покрашены, и теперь я устанавливаю остальные детали переда. Теперь мне надо немного отравнять капот. Он из алюминия. Все детали переда, кроме бампера, установлены, все зазоры в порядке, и на этом этапе работа с металлом закончена. Отдаю машину для покрасочных работ. Ну что, авто прибыло ко мне обратно покрашенным, я собираю его.
Итак, джип собран, и на этом ремонт его закончен. На работу ушло 12 дней. 7 дней работа с металлом, 5 дней покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!